Привет, друзья! Мы уже показывали использование для вырубки леса российского лазерного комплекса производства Росатома. В этот раз Росатом показал, как используется лазер для утилизации 40-метровых кранов на площадке угольного склада ТЭЦ в Кургане. Мобильный лазерный комплекс использовался на дистанции 100 метров от объекта. Лазер способен резать металл толщиной до 260 мм на дистанции до 300 метров. Вырубка леса лазером в ссылке на видео в комментариях к ролику. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.